Я за рулем Tesla Model X P100D, справа от меня Lamborghini Aventador S, и мы устроим гонки. У меня тут батарея 100 кВт-час, 2 электромотора и 772 лошадиные силы. Яни, расскажи немного о своем авто. Это Aventador S. Здесь сколько там? 740 лошадиных сил? Даже не помню. Он шустрый. И он тебя заставит попотеть. Да, ты сделал мой Урус. Но это будет гонка совершенно другого уровня. Да, я не затаил на меня обиду за то, что в прошлый раз я на модели X обошел его Урус. Вау, Тесла улетела! Пока, Яни! И он захотел реванша, но теперь на его другом Ламборгини. Поэтому такие неравные противники. Семиместный электромобиль-кроссовер против чистокровного суперкара. Как вы думаете, кто из них победит в заезде на четверть мили?